Центральный стадион в городе Сочи, носящий имя самого великого местного футболиста в истории Славы Митревели. В 60-е годы прошлого века это был один из ведущих футболистов сборной Советского Союза, чемпион Европы, двукратный чемпион СССР, игрок сборной мира, приглашение играть за которую ему прислал сам Пеле. Сейчас арена редко заполняется и больше вспоминает те времена, когда попасть на нее было большой проблемой. А причиной всему этому был футбол, самая популярная игра на планете. Вообще футбол в Сочи до появления футбольного клуба «Жемчужина» и был, и не был одновременно. Дело в том, что в советскую эпоху наш главный курорт был тем, чем сейчас для ведущих футбольных клубов являются Турция, Австрия или Испания. То есть базой, где проходила подготовка к сезону. И сказать о том, что болельщики не видели ведущих отечественных игроков, совсем нельзя. Наоборот, они их видели чаще, чем во многих городах страны. Нередки были и контрольные матчи прямо на центральном стадионе. История сохранила даже уникальные кадры 1973 года, когда московский «Спартак» в 1/4 финала принимал на центральном стадионе итальянский «Милан» в розыгрыше Кубка Кубков. Тогда на матче присутствовало почти 15 тысяч зрителей. И вроде бы что еще сочинским футбольным болельщикам желать? Ответ на поверхности. Нужна была своя команда, за которую можно будет болеть. Так в 1987 году на свет появилась «Жемчужина». Была идея оживить жизнь на курорте и сделать так, чтобы сочинцы приходили на стадион, болели за свою команду, чтобы, ну, добавить, скажем, ярких таких красок в жизнь города. Город, скажем так, был готов к появлению команды мастеров. Это был вопрос времени. Имя своей команды получила по названию крупнейшей сочинской гостиницы. Она стала первым учредителем нового клуба. Ее помощь состояла в том, что она бесплатно в течение нескольких лет размещала у себя футболистов. Вообще, вы будете удивляться, но первый финансовый взнос в создание новой команды сделал один из болельщиков. Равнялся он 20 тысячам рублей. В те годы на эти деньги можно было уже задумываться не только о создании спортивного коллектива, но и ставить перед ним какие-то задачи. Первая зарплата – это было 300 рублей. Ну, я не знаю, у меня отец получал 40 рублей на предприятии. Я принес домой, когда это он в шоке был. Говорит, ты где работаешь, сынок? Уникальность той «Жемчужины» в том, что состав процентов на 80 состоял именно из сочинцев. В те годы футболистов в главном курорте было немало. Играли они неплохо, но часто просто себе в удовольствие. Именно из этих полупрофессиональных игроков и был составлен костяк новой «Жемчужины». И многие впоследствии стали легендами клуба. Представляете, сколько футбольных бриллиантов живет в сочинских дворах. Они были своими, они были местными. Они искренне хотели выйти на поле и доказать, что они могут своим соседям, друзьям, горожанам, остальным. Это, наверное, лучшие годы в жизни. Не наверное, а точно. Каждая пара хороша. Ну вот это, конечно, коллектив, ребята. У нас коллектив был просто шикарный. Интернациональный вообще. Это просто вот все, что у нас в Советском Союзе. У нас национальности были, у нас в «Жемчужине» все были. Вот, думаю, 99%. Поэтому нам было очень интересно, весело, дружно. Конечно, трудно представить, что все в Сочи с футболом срослось бы без такой удивительной фигуры, как Арсен Юдильевич Найденов. Отчество у него было тяжелое для запоминания, поэтому все его звали как Арсен Юрьевич. Он до «Жемчужины» работал тренером во многих клубах Советского Союза, от Новороссийска до Южно-Сахалинска, но нигде не оставил о себе значимого следа. А тут... Звезды, наверное, удивительным образом сошлись для него именно в Сочи. Он был для команды абсолютно всем. Тренером, директором, администратором, не только занимался игрой, но и бытом футболистов. При этом стал одной из самых харизматичных фигур в российском футболе. Его фраза про то, что судья сломал игру, пятый и седьмой гол были забиты из офсайда, стала афоризмом. Да и других историй про этого удивительного человека немало. Арсен Юрьевич – очень позитивное впечатление, очень сильно я его уважал. Очень хороший человек, во-первых, сильный организатор. Как тренер, ну, что кто ни говорил, 7 лет команда была в высшей лиге. Правда, потом Байдашня пришел, более амбициозный как тренер. Но очень хороший человек. У меня очень хорошие о нем воспоминания и впечатления. Очень порядочный человек был. Очень, если он футболисту какие-то условия обещал, он обязательно их выполнял. Никогда футболистов не обманывал. Поэтому к нему... С удовольствием любой футболист ехал. Арсен Юрьевич, конечно,
Он так, у него своеобразный был такой подход. Он так тихо заходил в раздевалку, начинал разговаривать шепотом, потом как закричит, что аж подпрыгивали со стульев, особенно кто не знал. Тренировка, проливной дождь, ливень, а мы после первой там только скупался, там пообедал, поужинал, согрелся и думаешь, сейчас вставать и идти на вторую. Ну просто вот сборы, зима, тут звонок такой, ну надо, ну, собираться. Тут говорит, Арсений Юрьевич сказал отдыхать всем. Это было очень приятно иногда. Я поехал на первый сбор в Анталию, в Турцию, в 97 году. И он меня первый тайм не выпустил в товарищеской игре. Второй тайм и говорит, посмотрите сейчас, как парень со двора будет. Что-то мы не могли выиграть или что будет сейчас. Вам покажет, как надо играть. Вывозил нас туда на Мацесту, до самого тупика, туда наверх. И оттуда кросс до самого, до Мацестинского, это, где ванны принимают. И вот это все, мы бежали там 11 километров. И на следующий день половина уже просто ходить не могла. Говорит, нет, спасибо, мы пойдем домой. Потому что здесь из Сочи пришло человек 40 на первый сбор. Он был очень такой открытый, артистичный человек, эмоциональный. С другой стороны, он был немножко лукавый, он с прищуром всегда говорил и смотрел на человека, как он реагирует. Его обвиняли в договорных матчах, и он сам подливал масло в огонь иногда в этих интервью, когда он говорил, ну да, вот в этом году мы ни одной игры не купили. Отдельно хочется сказать об атмосфере, которая тогда царила на центральном стадионе в Сочи. Особенно на матчах с участием топ-команд. «Спартака», «ЦСКА», «Зенита», «Ротора» арена заполнялась под завязку. Деревянные тогда еще скамейки просто не могли вместить всех желающих. И болельщики смотрели футбол, переживая за «Жемчужину» абсолютно отовсюду. Со смотровых площадок близлежащих гостиниц, с трассы на курортном проспекте, даже со всех вышек и столбов. Своя родная команда стала настоящим культом для Сочи. На этих трибунах были все. От рядовых сочинцев, которые семьями, дворами, коллективами приходили сюда посмотреть, как играет «Жемчужина», до руководителей государства, потому что вот на этой VIP-трибуне, VIP-ложе были и Рем Вяхерев, и министр обороны Грачев, и руководители Федеральной службы безопасности, ну и Черномырдин был. В общем, на этой трибуне было очень много известных политиков, людей, и все они приходили и смотрели игру. 99% было сочинцев, да. Летом, может, чуть-чуть подключались иногородние, но я думаю, 99% в основном это были сочинцы. Тогда очень сильно ощущалось. Любовь болельщиков в команде. На тренировки приходили болельщики. Очень мы чувствовали их поддержку. Мы, когда снимали специальные программы, рассказывавшие о тех или иных футболистах, тренерах и так далее, мы не могли даже съемку проводить, если она проходила в центре города, потому что тут же образовывалось кольцо болельщиков, кольцо поклонников этих футболистов, и мы уже продолжали в такой народной бразильской манере. Играла «Жемчужина» настолько ярко, что довольно редкие для футбола просто хоккейные результаты 5-3, 4-2, 7-3 были для сочинцев в порядке вещей. Даже непобедимый в те годы «Спартак» обыгрывал, конечно, дерзких южан, но обязательно пропускал в свои ворота мяча 3. Удивительно, но во всех сезонах в высшем российском дивизионе «Жемчужина» была в числе лидеров по результативности, но практически всегда худшей командой по надежности игры в обороне. Зрители никогда не скучали, когда горячая команда была на поле. И по-другому играть она просто не умела. В атакующий футбол нас учили, да, играть, чтобы мы играли в атакующий футбол, не в оборонительный. Где-то, может, бесшабашно, но забивали много и пропускали много. Ну, а как по-другому? У нас коллектив такой был, южный. Мы не могли этот автобус ставить. Просто начинали играть. Нам казалось, что мы можем вывести там и со «Спартаком», но там класс был совсем другой. Но зато людям было интересно смотреть. И мы забивали свои 3-2, не знаю.
Всего «Жемчужина» провела в высшем российском дивизионе 7 сезонов, сыграла 222 матча, 268 мячей забила и 390 пропустила. Получается, по средней статистике, что в каждом матче с участием «Жемчужины» зрители видели 3 гола. Чем не показатель зрелищности? Высшее место, которое занимали сочинцы в чемпионате, 9-е в 1994 году. Падение же началось в 1999, когда команда вылетела сначала из высшего дивизиона, а потом транзитом через год и из первого. Так получилось, что этот период совпал с проблемами со здоровьем у Арсена Найденова. Тренировать команду приезжали разные очень квалифицированные специалисты, но ни у кого не получилось создать именно ту «Жемчужину», которую так любили в Сочи в конце прошлого века. Даже когда в 2011 году ее тренером стал сам Станислав Черчесов, и со всех баннеров на фоне логотипа клуба на людей смотрели Дэвид Бекхэм и Ксения Собчак, это стало всего лишь попыткой немного поспекулировать на любимом бренде. Окончательно сочинская «Жемчужина» прекратила существование как профессиональный клуб 9 августа 2011 года. Если мы вспоминаем «Жемчужину», вспоминаем этот стадион. И очень многих людей, ну, ностальгия по этой команде, и только сладкие воспоминания. Дай бог, чтобы возродился клуб, дай бог. Это была моя жизнь, это все. То, что у меня в жизни есть, это благодаря этому футбольному клубу. И я всего достиг благодаря, как бы, для меня это очень много значил футбольный клуб этот «Жемчужина». Здесь были все. Некоторых из них я вижу до сих пор. Я их не знаю, они просто подходят и спрашивают, как дела у «Жемчужины». У нас будет «Жемчужина». И когда я им объясняю, что сейчас «Жемчужины» в том виде уже не может быть, они, мне кажется, до конца не верят. Я бы был бы на 10-м небе, если была «Жемчужина». У нас есть команда мастеров в Сочи, высшей лиги. Но я думаю, если создать команду «Жемчужину» и вот на центральном стадионе, хотя бы во второй лиге, ну, это была бы подпитка просто шикарная для футбольного клуба. И вообще здесь просто идеальные условия во всем, во всех отношениях. И футбольное одно поле, тренировочное второе поле. Рядом столько тренажерных залов, крытых залов. Море рядом, на песке занимайся. Ну, здесь бы вот отсюда бы и появлялись бы талантливые и шикарные ребята с нашей, вот, как бы, с юга России. И в качестве постскриптума на центральном стадионе, где мы снимали легенд сочинского футбола, мы обратили внимание на детскую тренировку. Юные футболисты занимались в форме «Жемчужины». Как бы ни складывалась жизнь, детская школа продолжает работать. И это дает надежду на то, что в славной истории сочинской «Жемчужины» еще не поставлена окончательная точка.